Это уже третья попытка снять видео на камеру Sony DSLR-SR65. Первое видео я снял на полностью автоматических установках. Во втором видео я поменял баланс белого на уличный. Как выяснилось, при замене баланса белого настройки сценария меняются, поэтому либо настраиваем сценарий, либо баланс белого. Сейчас в данном видео я настроил сценарий на ландшафт и, соответственно, нашел еще одну интересную опцию. Это повысил качество съемки видео. По умолчанию стоит среднее качество. Это всего 480 строчек. Я хочу узнать, как камера снимает с максимальным качеством. Вот первое, что я сниму, это храм, который находится от меня на расстоянии порядка 2 километров. Я к нему приближаюсь. При съемке на подобные камеры в процессе съемки зумом пользоваться на самом деле не рекомендуется. Это, на мой взгляд, является признаком непрофессионализма. Но я это делаю. То есть сначала вы выбираете кадр, если нужно, приближаете объект, потом начинаете его снимать. Но так как мы все обычные люди, мы этого не знаем и так не делаем. Я буду снимать, как это делают непрофессионалы. Хотя вот такой, наверное, медленный наезд, как я сделал сейчас, вполне имеет право на жизнь. Даже на этой камере. Главное делать это не спеша. Здесь еще один объект, который я могу снять. Фокусируется на ландшафте. У этой камеры есть ручная фокусировка, но я ее